Всем здорово, ребят. Я запарился уже сегодня, но с некоторыми победителями я списался. Я отдельно запилю видосик по поводу шпрота аккаунта. Мне самому интересно, что там есть на аккаунте. Это у нас аккаунт одного из победителей, Игоря. И второй аккаунт у нас будет Пашин. Это два из пяти победителей, третий шпрот, ну а два остальных пока молчат. В общем, у ребят есть огники, им они не нужны. Я говорил, что я, возможно, буду забирать равносильные паки. Я решил это сделать по красоте, поэтому забираем паки. Сейчас немножко посмотрим аккаунты, пооткрываем плюшечки. В общем, я надеюсь, это даст пользу этим аккаунтам. Сегодня, конечно, такое себе, хотелось бы каких-то более трешовых плюх, но я вам скажу, все равно акции довольно-таки неплохие уже. И на русском сервере, как ни странно, сегодня тоже можно нормально залипнуть. Так, есть. Первый пошел. Так, забрали плюхи. Отлично, поехали, сразу пробежимся по акциям. Так, подарок среды мы тоже получим, это хорошо. Временные акции. День замка владельца, войди, трать с выгодой. Сегодня коллекционер, ну он никакой. Я сегодня даже никому ничего не ролил, потому что ну, не было времени. Так, рулетка удачи. Я сразу так буду акции заходить, потом пойдем посмотрим. Пытки даже не добавились. Не, ну это просто жесть. Было зайти заранее забрать. Зимние радости. О, так. Так, тут забирал. Да точно на том аккаунте. Да, вроде на том. Это русский сервер. Меня печалит. Так, парящие подарки авиара. Кстати, надо было глянуть. Ой, интересно, ничего нету. Коллекционер героя. Он сегодня что-то ролил. Фонтаны, сокровищницы закрыты. Так. Он даже переживал, чтобы сильно не бомбили. Такс, ну тут шанс ковки, думаю, вы все сами прекрасно понимаете, какой тут шанс. Тут без разницы, что бы ты ни взял, все равно ты проиграешь. Сколько я бегал, сколько я смотрел, нифига в итоге я отсюда не вытаскивал. Это печально. Такс, ну что? Как все долго. Помка не удалась. Ну, кто бы сомневался. Вот я реально не сомневался в этом. Так, подарки тут. Наконец-то открылось. Ну, надо все забирать. Подают. Так, отлично. Зимние радости. Уведомления, зимние радости. В общем, ничего такого интересного нет. Таблетка удачи. Одна попытка. Ну, знаете, хоть как-никак, это все равно плюхи для развития аккаунта хорошие. Так, супер, мне это нравится. Окей, отлично. Чик. Надеюсь, места хватит. Ну, вот такое. 200, 400 и сундучки. Но сундучки это расходники. И расходники реально обалденные. Конечно, на английском серваке сегодня поинтереснее, все повеселей. Поехали, пооткрываем сразу же их и пойдем спустим. Попробуем что-то выловить интересное. Так, карточки, отлично. Ну, я думаю, эти расходники ему нужны. Так, воодушевление. Ну, о такой силе я просто сам знаю, что если сила не такая уж и большая, надо дофига сундуков. У меня там уже на английском перелимит просто. Мне некуда дальше нечего качать. Они просто копятся.
по некоторым ресурсам. На таких аккаунтах это реально кайф. Особенно пятые и шестые для русского сервера вот эти вот книги, это реально кайф. Сможет попрокачивать каких-то героев. Так, отлично. Отлично. Все, плюхи позабирали. Ну, карты, я думаю, даже бессмысленно открывать. Пусть себе валяются. У него и так всего хватает. Но это еще не все. Поехали. У нас накопление есть. Забираем скины. Так, плюшки. Еще сундуки. Нифига себе. Еще. Еще халявка неплохая. Блин, нормально, кстати, на русском сервере. Может, это самому вернуться сюда. Топ рвать. Топ в убитой игре. Я бы так сказал. Так, отлично. Ну, нормально, ко мне ему подкинем. Книг, в принципе, талантов и расходников. Я думаю, у него смотрители уже прокачанные, причем должны быть прокачаны нормально. Блин, так неудобно смотреть. В чужих аккаунтах искать зеленые эти. Смотрители. А кстати, смотрите, у него смотрители не особо прокачаны. Но еще нормально прибавочку сделали. Плюс 2 левела, отлично. Может, он не хотел качать, мы качнули. Такс, с этим разобрались, поехали дальше. Скины. Получили скин, у него не было скина, ничего себе. Так, полярный лис. Интересно, что у него по героям творится. Божество понятно, лис 20. Ладно, и не знаю, собрал, не собрал. Сейчас посмотрим. Барт. Мэри. Блин, вот убрали Мэри. Не вовремя ее убрали. Так, что у нас получилось? Что я хотел? А, я хотел зайти посмотреть, что у него. Скиталец. Барда нету, да, он его дособирает. Ну, барда уже не вытащим. Полярный. Сейчас будем пробовать полярного тащить. Такс. Ну, самики я тратить не буду. Пусть будут сами это пристроят. Кулаки тоже мы нормально так получили сегодня. Так, плюхи для прокачки смотрим. Камешки есть. Ну, что-то подкачает. Поехали дальше. Так, парящий остров. Смотрим. Смотрим, что у нас сегодня получится. 3 зефира, 2 лисички. Так, надо себя убрать, а то опять начнете бомбить в комментариях. И опять себя не передвину. Тут сядем. Так, еще зефира 3. Ну, зефир, кстати, я вам скажу, довольно-таки неплохо начал падать. Так, один осколок есть. Ну, начало. Ну, о, нормас-нормас, пойдет. Давайте побольше лисички. Начало нового героя, ребята, есть. Бум-бум-бум-бум-бум. Неплохо, кстати, набомбили, я считаю. Отлично. Забираем плюшечки. Чик. Камешков еще 6. У него как раз нормально будет. Кому-то еще что-то качнет. Так. 5 сменок. Водушка, выживание. Отличный бравлер. Вообще огонь. Так, книжечки подкопились. Ну, вот, в принципе, все. Поехали посмотрим, что мы там собрали. Хотя бы частично. Немножко лиса
лиса лисички дособирали. В общем, вот так вот. Поздравляю. Это первый аккаунт. Поехали. Находится он, кстати, в гильдии. Я так и не посмотрел. Казаностры. Прием от 600к. Атака фортов 20.00. Телега. Аль Капоне. Кидайте заявочки. Вступайте. А мы побежали на второй аккаунт. Посмотрим, кому больше повезет. Реально, если смотреть по плюхам, довольно-таки неплохо для прокачки. Ну, у кого есть огник, у кого его нету. Такс, отлично, забрали. Поехали посмотрим, что нам тут выпадет. Забираем плюшечки. Так, выйди, дать свой подай. Рулетка удачи. Дали шансы или нет? Или опять нет? Опять еще не дали. Медленно. Так, забираем плюхи. Даже не все забрали. Нет, все вроде забрали. Я уже тупо. Поменяли бы уже на русском сервере, нормально сделали эти акции по путям. Странно, все те же плюхи. Да, на английском, конечно, акции сегодня намного круче. Ну, шанс не удался. Только надо 100%. Так. Забрать. Отлично. Забрали. А тут места даже у него не хватает. Вот так вот. Тена. Так, подарок среды. Ну, тут нормально, кстати, еще самоцвета дополнительно дали. Их-то 4400. Тоже, в принципе, неплохо. Так, ой-ой-ой, тут у него, конечно, творится на аккаунте. Чем у него по героям? Интересно. Повесели или нет? Так, лада, этого нету. Ну, понятно, все та же самая картина, та же самая ситуация. Такс, окей, с этим разобрались, поехали. Ну, я думаю, плюхи он уже сам откроет. Или давайте ради... Хотя, что мы тут сравним? Что мы по плюхам реально сравним? Нифига. Поехали. Пыльцу посмотрим, что у него сейчас по героям. В принципе, одно и то же самое. Так, полярного нифига нету вообще. Интересно, зефир 130. Нет, ну есть уже зефир тоже. И я представляю, сколько будет бомбящих. Вы опять выиграли донаты. Так, блин, если вы без доната, тоже играйте. Все в равных условиях. Условия я все равно поменяю скоро, поэтому ждите. Так, находится он в гильдии Strong Squad.
дайте заявочки, вступайте в WhatsApp на экране. Побежал я, потому что я не успеваю с этими видосами сегодня, какой-то трэш полный. Куча инфы, куча всего. Поехали, попробуем, посмотрим. Я еще его пыль заюзал. Ну, сори, бро. Я не хотел. Я случайно. Мало ли, чтобы она не пропала, зачем? Зачем, чтобы она заставилась? Мы сделаем контент. Ну, я не виноват. Хотел как лучше. Так, лисичка. Зефирка. Ой-ой-ой, отлично, еще лисичка. Так, новая героиня, опять зефир. Но 130, мне больше интересно даже на этом аккаунте посмотреть, сколько лиса и сколько осколков зефира у нас в итоге получится. Новый герой я вам уже показывал, рассказывал, реально падает. Виноватенько. О, десяточка, отлично, вообще огонь. Отличненько. Ромчик, давай. Не опозорь нас. Отлично. Стакс, стакс, стакс. А что за фигня? Че это такое, блин? Вы че, офигели? Лиса, давайте сюда. Да ну нафиг, вы че, прикалываетесь? Что это за фигня? Вы че, на приколе? На русском... Знаете, то чувство, как просрать пацану нормально пыль. Ну я не виноват. Не моя вина. Там была пыльца, я, знаете, привык сразу, на максимум жарил и побежал. Блин, ну реально жесть, что за прикол? Одиннадцать. 400 пыли. Пить. Ну, вот такие вот плюшечки. Поехали посмотрим, что у него выпало. 3. В 2 раза больше пыльцы и 3. Офигеть. Зато 7 сумок. Камешки, сменка. Ну, в принципе, неплохо. Ну и сундучки у него остались. Он все пооткрывает потом уже. В общем, такой вот видосик, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосика. Шпротиком. Всем удачи, всем пока.